Ребят, всех приветствую. Всем я очень рад. Сейчас покажу вам, какие меры безопасности от коронавируса выдумали тайцы. Итак, показываю, поролончик прилепили, зубочистки воткнули. Вытаскиваете зубочистку. Нажимаете ею, куда вам надо доехать. Поехали. Зубочистку бросаем сюда. Вот так вот. Это еще не все. И на выходе, где пропускной пункт. Саводикра. Постоянно теперь нужно писать имя, номер телефона. Саводикра. Время, когда вы зашли или вышли. И номер комнаты. Постоянно там ручка и тетрадка. Все отчитываются, все записывают. Вот такая ситуация. Ребят, посмотрим, что на Авалоне происходит у меня. Готов с вами поделиться. Итак, как помните, поставил я 4 июня 17 500. Все, что накапалось, десяточки. А сегодня это уже у нас 17 727 рублей. Ну вот, за один день уже прибыль ощущается. Отлично. Вот, находится в работе. К концу недели все вам буду показывать, какие у меня здесь будут изменения. Как накапает двадцаточка, буду выводить на Киви кошелек. Так что, если кого-то из вас заинтересовал Авалон портал, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Здорово, Чикартур. Здорово. Как жизнь молодая? С народом будешь здороваться? Сейчас снимаешь? Да. Всем привет. Ну, без маски бы поздоровался, они не слышат. Это масочный режим. А шлем-то не будешь одевать? Поехали, давай. Не хочешь легенду шлема тебя? А ты не хочешь одеть? Что? Сам не хочешь одеть. А у тебя есть вот? Ну, давай заедем, оденем. Нормальная тёлка. Да, нормальная тёлка. Это не проститутка. Блин, жопа мне нравится вообще. Не проститутка это. Жопа мне нравится. Блин, я бы познакомился сюда. Ну, пойдем. Блин, да реально бегать не хочу. Вот такие а что бегать-то вот около нас прошла только сейчас. А куда она идет? Может, у нее муж есть был. Ну, спросим. Да, думаешь? Конечно. Реально, жопа хорошая, мне очень понравилась. Хорошая. Вот с такой бы я замутил бы на месяц. Надо было подходить, пока она рядом была. Да, блин, но я не очень люблю за бабами бегать. А то они потом увидишь, что ты за ним бегаешь. И шла бы она тут бы, да, так. Ну и тут с жопами с хорошими ходят, еще она не одна. Ходят, да? Да. У жопы очень важно, чтобы не плоская жопа была. Мондей. Это что? Понедельник, да? Понедельник. Это получается желтый цвет. Тьюзды, вторник, розовый, зеленый, среда, четверг, оранжевый, синий, пятница и суббота, соответственно, это, сиреневый цвет. В телефоне. Блин, нам надо с такими знакомиться, которые не проститутки, понимаешь? Но они, мне кажется, более-менее нормальные хотя бы. Это вообще, это говорит пипец. Это дно уже. Нормальные тёлки, проститутки, зато никаких проблем с ними. А с другими какие проблемы? Разводить, встречаться, все это такое. Ну, чё, ну и что разводить? Есть нормальные тайки, которые...
Во, видишь, дедушку подошел и вот срезал уже. Налегке, видишь? Трубку мира закурил. Сейчас поволокет ее куда-нибудь. Вот на твоих глазах, видишь, снял как легко. Нормальная хуйня. Кривая морда вообще такая получилась. Почему нормальная? О, нормальные девчонки смотрели. Уже себе каким-то этим, да, идут. Че, ну видишь, вот они только нормальные, они тебя увидели и сразу они это лица. Это они тебя увидели, убежали сразу. Тебя вот. А вот мой друг хочет с вами познакомиться. Ну-ка, Артур, давай улыбнись, улыбочку. Легенда, ну ты офигеть, девчонки тебя увидели, ну, аж страной. Нормально, да, нормальная фотка получилась. Крутая, да. Хотя не, этого нету, ну, своя камера, конечно, лучше, да. Вот, ну, они, видишь, короче, вот они должны были тут пройти, правильно? Конечно, они увидели но тебя. Они увидели тебя и очень испугались. И думаю, дай-ка мы лучше на всякий случай обойдем. Блин, легенда, ну я сегодня удивлен. Ребят, вы видели, две девчонки на легенду глянули и сразу резко развернулись это с другой стороны и пошли. Первый раз такую реакцию я девушек таик увидел. Ладно, там Russian девушки от него постоянно шарахаются, бегут, а здесь даже тайки начали. Чего такое-то? Ну вот как думаешь, в чем причина? Во мне думаешь, я за тобой сидел. Меня они не могли. Они на тебя посмотрели. Я им наоборот говорю, идите сюда, не бойтесь. Ну, блин, легенда. А не видел, спортсменки какие-то в спортивной одежде были одеты? Ну да, они бегают в 7 часов вечера. Видимо, в это время надо и бегать. А вон тоже какая-то идет. Вот тоже с жопой, с хорошей, как тебе нравится. Ну, она еще и с пузом. А что, нормально, что, пузо удивляет? Ну вот именно в этом месте и надо находиться не в 12 ночи, а вот сейчас. Сейчас, да? Часов, да, потому что многие, может, там с работы возвращаются. Не, ну две, смотри, уже тебя стороной обогнули. Почему, интересно? Меня они не видели, я за тобой сижу. Ребят, они вы видели услышали. Вот эту ситуацию они и все? Они услышали тебя. Они тебя услышали. Ребят, вы эту ситуацию видели? У меня к вам просьба, в комментариях обязательно напишите, почему девушки резко свернули, маршрут поменяли, прошли сзади, за спинами, за нами. Блин, повязка аж слетела. Потому что очень удивительно, я первый раз девушек увидел с такой реакцией. Что-то, блин, смутные сомнения терзают меня, почему они так поступили. Ну, раз я такой страшный, мне наоборот, это даже хорошо, что приставать не буду. Ну ладно, будем дальше сидеть ждать чего-то. Автопузы, фаранги там. Угу. Ну а девушка. Кстати, фарангов гораздо больше стало сейчас. Потому что, чего, две недели назад, 2-3 недели. Гляди, да? Хорошая девушка с ним пошла, молоденькая. Да они, видимо, это. Во, смотри, за ручку пошли. А ему, ты видел? Что-то в этих брюках таких, этих спортивных, бегом занимается. Ему ты обратил внимание, сколько лет примерно? Седьмой десяток, не меньше. И вот молоденькая за ручку его взяла. За бабло, конечно, возьмет еще. Не только да за ручку возьмется, за бабло. А что, бывают такие подписчики, кого-то еще удивляют, что здесь так, здесь Паттайя так. Ты что, подписчики, знаешь, как сильно удивились, когда ты говоришь всяких там уродов, кто пишет гадости, бань. Удивили? Ну, это реально бань, что, нафиг они тебе? А зачем? Я, блин, за 4 года, сколько существует канал, ни разу ни одного комментария не удалил. Ни разу, народ. Сейчас YouTube очень сильно взялся бороться. YouTube очень много банит сейчас комментариев. Или удаляет, или банит. Нет, ты бань, чтобы они тебя вообще не смотрели. Потому что, когда ты прямо так и предупреди, будут писать гадости, я буду банить, и все. Кто не поймет, ты забанишь. Одного, второго, третьего забанишь, и тебе больше... Ну, видишь, там реакции такой уже не будет. Кому не нравится, то не смотрите, пожалуйста. Но ты видел, 4 года канала сколько существует, я ни разу ни одного комментария даже не удалил.
банить, тем более я никого не буду. Зачем это надо-то? Пусть люди себя проявляют, кто как может, хотя бы в комментариях. Чего ты, Саш, нормально же. Чего обижаться-то на людей? Вот уже, видишь, парочка идет. Вот нормально люди отдыхают, видишь? Нормальная же парочка, видел? Конечно, нормальная. Какой-нибудь белый фаранка у себя на родине неудачник. То есть найти себе девушку или женщину не может. Ну и приехал с дачи, бабло тратить. Маловато стало уже. Когда на тебе стало маловато? Ты ее купил? Давай. Ну что, как вышло? Да так себе. Морда довольная. Так себе. Такая сытая морда довольная, хорошая фотка-то. Правильно? А то ты всеми фотками недоволен был до этого момента. Не, почему? Нормально все получалось. Гляди, еще один подошел, клеится к этой же. Дедок, ты чего с ней не ушел? Не знаю. По цене, видать, не договорились. Вот еще один клеится. Как думаешь? Девчонка на работе, видишь, народу много подходит. Ты ее лицо видел? Нет, ну, а ты? Не очень. Лицо не очень? Да тут вообще все не очень. Ну и реально, тут красивых я не видел. Только сейчас прошла, ты говоришь, тебе понравилось, жопа хорошая. Да не проститутка же, там обычная нормальная какая-то тайка шла. Я тебе проститутку там показывал. Там 30, наверное. Вот проститутку я тебе показывал фотки и видео. Видел, какая крутая, красивая? Ты же сказал, красивая. Где? Длинная, что ли? Фото и видео я тебе показывал, которое у меня было в отеле. Красавица ведь? Ну так себе, ну почему красавица? Ты снимаешь, да, сейчас? Не, не буду снимать, нихер снимать. Не снимаешь, да? Я просто выскажу свое мнение. По поводу чего? Чем больше у тебя вообще проституток вообще в жизни, тем хуже у тебя дела идут. Знаешь, что дело? А я это заметил. Ну, вообще, как бы, неестественно постоянно каждый день там новую бабу трахать. Это вообще неестественно. Потому что многие, например, женятся, но там одна женщина. А так ты свою энергию там распределяешь на многих и оставляешь у них там свою энергию. Знаешь, что дело? Это на бизнес влияет, на многие вещи влияет, на развитие твое. А вообще, когда ни одной бабы нет, как дела идут? Как? Ну а что, быть абы с кем, а потом, например, любовниц искать, тоже не вариант. Такие же, знаешь, ну, много же, например, людей. Что, снимаешь, Артур? Успешный мужчина стоит успешная женщина, понимаешь? Может быть успешным и поднимать хорошие деньги. А где ты хочешь взять успешных женщин? Ты видел на сайтах знакомств, где ты знакомишься, что каждая баба пишет? Ищу спонсора. Вот тебе Russian Baba чего пишет. Ну почему? Ты можешь познакомиться на улице, ты можешь познакомиться в ресторане, ты можешь познакомиться, ну, где угодно, там, пошел в театр, в кино, еще куда-нибудь. Ну подожди, Саш, ты знакомишься. Все только бабки пытаются... В разных местах знакомлюсь. Ну, пытаются все бабки только высосать с тебя. Больше ничего. Сейчас любая женщина обходится мужчине дороже. Как. Ну, так принято сейчас уже. Чуть-чуть. Сайт знакомств видел? Это любой открой. Чего они там пишут? Ищу спонсора каждая. Кривая, да косая, не, красивая. Не каждая ищет. Не каждая. Если ты хочешь кого-то найти на сайт знакомств, тебе нужно писать, что писать, цель знакомства. Не ищу не ради секса, а ищу ради создания семьи. Вот тогда у тебя будет больше вариантов с кем-то познакомиться на сайте знакомств, понимаешь? Я на сайтах знакомств не знакомлюсь. Просто видел? Не, ну сейчас очень многие знакомятся, особенно в больших городах. Гости. Вот у этой тёлки? Да, она вообще, наверное, очень мало кушает. Ну ты накормил бы хоть, но правда сильно худая. Че ты хоть раз бы предложил бы ужином какую-нибудь девушку бы угостил? Блин, честно говоря, неинтересно, вы знаешь, с ними ходить на ужин и... Ну что такого угостить, вот где ей сейчас денег заработать-то поесть? Многие голодные, я кормлю, беру тайк, угощаю.
Будешь познавать их культуру, жизнь, быт местный. Какая у них культура? На коврике, вон, пить и есть. Ну, все равно. По-своему интересно, есть плюсы свои. Вот что ты можешь подчеркнуть от проститутки? Вот вообще, чему ты можешь научиться от проститутки? Чему она тебя научит? Скажи. Она меня ничему не научит. Она меня просто удовлетворяет. Не, я тебе про то, что есть очень интересные женщины, с которыми, которыми ты можешь не просто там потрахаться, а что-нибудь поговорить или просто хорошо провести время, да? Когда ты спокойно, расслаблен и получаешь там удовольствие. Так а я проституток никогда на шортайм не беру. Они у меня ночуют. Мы сходим куда-нибудь поужинаем. С утра сходим, поплаваем, завтраком накормлю. Я ж не беру на час и до свидания. Я понимаешь, у тебя ну, сколько у проститутки словарный запас? Ты же на английском с ней общаешься в основном? И да? На тайском, с некоторыми. Ну, сначала с английского начинаю. Смотри, у тебя язык где-то русский, словарный запас 1005 слов, да, где-то примерно получается. Вот. У нее, ее языка там 1005 слов, ну, к примеру, да? Ты знаешь тайского языка, ну, может быть, от силы 1000 слов. Английского там от силы того, смотри, тысячи. Ага. Вот. От силы тоже 1000 слов. И общие слова у вас, когда совпадают, ну сколько там, ну 700-800 слов получается. То есть и ты язык как бы особо не изучаешь, да? Плюс общение какое-то ограниченное, там, ну такое, да? Как бы особо не интересно общаться. И идти с ней в ресторан, ну да, ты вроде сделал доброе дело, покормил, но ты как бы особо не развиваешься, никакой новой информации от нее не получишь. Вот. Потом что еще? А мне это не надо, мы счастливо проводим время. И она его с пользой для себя проводит, и я с пользой для себя. Нахер мне развиваться с проституткой? Какое развитие может быть? Счастливое и приятное времяпровождение. Вот и все. Не идут. Блин, две шли неплохие, то да, нас с тобой стороной обошли, блин. Да. Охренеть. Нет, дело на самом деле не в нас с тобой. А им просто было влом вообще вот эти несколько ступенек подняться. Думаешь? Да, да конечно, они думают, что мы пойдем, давай обойдем, вот и все. Все очень просто. Они мне вот супер, есть там, конечно, красивые бывают, но не особо они мне нравятся. Они в основном мелкие, не такие, мало у кого хорошая фигура. Мало, да. Наши намного красивее, намного. Ну, наши кружевные, ты видел, как бабок сколько требует, аппетит это не детский. Не, ну почему бабок требует? Ну, ты понимаешь, с хорошей женщиной ты зарабатывать будешь хорошо. А она тебя будет стимулировать. Ты, да, ты, конечно, на нее будешь тратить деньги, но ты поднимать деньги будешь лучше. Тайки поднимают настроение. Они веселые, жизнерадостные. А нашу найди жизнерадостную, с кислыми рожами ходят. Тебе здесь попалось несколько уже русских баб? С какими рожами ты их видел? Улыбнулась хоть одна или посмотрела в твою сторону? Рожа кирпичом, как в России. Не, ну ты знаешь, ну а чё вот она, например, да, она тебе там улыбается, но ты понимаешь, что ей улыбается.